Я никогда ничего не советую просто так. Все хочу проверять лично. И вот сейчас, по прошествии 4 дней, я вам хочу рассказать историю одного прекрасного сервиса, который я вам очень рекомендую. Дело в том, что перед поездкой в Казань мы понимали, что нам нужна машина в прокат, потому что на Казань-Ринге нереальные расстояния, и вообще без своего авто не обойтись. Илкин мне посоветовал парня Ильдара, который, в свою очередь, работает в Кремлин Карс. И Ильдар быстро очень со мной связался и спрашивает у меня, тебе нужна машина просто или с водителем. Ну, водитель у меня был, и на самом деле Степка прекрасно водит машину. Просто я ему могу отдельную рекламу сделать, он просто охренительный водитель, но дело не в этом. Ильдар, Кремлин Карс, спасибо вам большое за потрясающий крутой сервис, очень чистые машины. И эта машина нам впоследствии помогла вообще в проведении 3-го этапа РДС Запад. За что вам отдельное спасибо. Я очень вам всем это рекомендую.